Я думаю, что он уже Эдвард Чапман. Они же там собираются пожениться. Вообще, Сноудена в режиме реального времени комментировать неблагодарное дело. Каждый день с ним происходят какие-то события. Он стал уже источником многих дипломатических скандалов. Я его предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира в общественной палате. Кстати говоря, некоторые коллеги меня поддержали, потому что я считаю, что этот человек сделал очень многое в деле борьбы за права и свободу человека. Ведь он фактически вскрыл схему, которую правительство США использовало не только в отношении своих граждан, но и в отношении своих партнеров, в отношении дипломатических представительств, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы международного права. Я считаю, что впору ставить вопрос о том, чтобы столицу ООН перенести из Нью-Йорка в какое-то другое место, потому что наши европейские коллеги хоть и постоянно журят нас, но, по крайней мере, до такого не опускаются. США еще раз продемонстрировала, что навязываемые ей ценности – это ценности, которые внутри этой самой страны абсолютно не уважаются, и она об них вытирает ноги. Я как-то раз услышал, что любимый сериал у Барака Обамы – это «Прослушка». Потому что в этом случае он просто перепутал наркокартель с дипломатическими представительствами. Что касается Сноудена, то черт его знает, есть он там. Может быть, уже мумия у него в капсуле, потому что такая жара в Москве стоит. За две недели, мне кажется, человек там может завялиться. Поэтому, может быть, там есть не Сноуден, а кукла. И не Сноудена, а Чапмана. Вот такая история.